Привет-привет, дорогие друзья. Меня многие подписчики спрашивают, как там памятнику Галины Волчек, когда его установят. Вот, пожалуйста, показываю вам. Памятник поставили. Галина Волчек, режиссер театра «Современник». Я считаю, что памятник достойный. Очень похож на Галину Волчек. Как вы считаете, достойный памятник? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Делитесь видео. Вам я желаю удачи. Берегите себя. Пока-пока. Увидимся.